Валерий Гартунг на конференции партии «Справедливая Россия» заявил о поддержке Алексея Текслера на выборах губернатора Челябинской области. По мнению политика, глава региона разделяет цели партии по улучшению жизни южноуральцев. На готовности поддержать Алексея Текслера высказались все 59 участников конференции. Алексей Текслер посетил строящийся детский сад в поселке Чурилово. Его сопровождали председатель ЗАГС Собрания Владимир Мякуш, уполномоченный по правам человека Маргарита Павлова и депутат Госдумы Валерий Гартунг. Приглашаю вас войти в мою управленческую команду, в тройку сенаторов. И у каждого из вас есть шанс после 8 сентября стать членом Совета Федерации в случае, если жители нашей области поддержат меня как главу региона и проголосуют на выборах. Сегодня очень многое сделается в области, и благодаря тому, что возглавил область Алексей Леонидович, появились амбициозные планы, которые сегодня под силу только команде, которую он будет создавать и которую он возглавит. Меня радует то, что наши внутренние позиции совпадают, потому что тот тренд, тот запрос на то, что во главе угла стоит человек, ведь очень часто мы в последнее время забываем. Ну, я со своей стороны хочу сказать, что я даю согласие на вхождение в тройку. Мало того, я не буду ждать 8 сентября. Я прямо сейчас приступлю к этой работе, потому что я уже имею мандат депутата Государственной Думы. И фактически все возможности, которые он мне предоставляет, буду направлять на то, чтобы как можно больше средств получила Челябинская область от участия в федеральных программах.